такой был, ну, не самый простой турнир, особенно последний день. Погода такая была неоднозначная, разная. Самое тяжелое в этой игре – перебороть себя. То есть на первом плане стоишь ты, твои чувства, твои эмоции. А погода и твои партнеры – это уже на втором плане. Играли мы с очень ближних ти, что обычно со мной вообще редко происходит. Я как профессионал, я обычно играю с более дальних ти. Это был такой хороший опыт попробовать играть поближе. И несмотря на погоду, все равно счета были довольно хорошие. И плюс все девчонки, даже юниоры и взрослые, все были наравне. То есть, ну, было интересно, действительно интересно играть. Подошел к концу финал Кубка России по гольфу. Мы благодарим всех участников за то, что дали возможность гольф-клубу «Горки», членам гольф-клуба «Горки» смотреть за таким зрелищным, ярким событием. Мы очень рады, что Санкт-Петербург появился на карте всероссийских соревнований по гольфу. И мы очень рады, что Петербург принимает гольфистов. И это уже не первое всероссийское соревнование, которое проходит в нашем клубе. И как раз это совпадает нашими одними из целей ассоциации – это развитие гольфа в регионах. Потому что мы сюда привезли один из трех крупнейших турниров в России. Я считаю, он прошел на очень хорошем уровне. Поле было подготовлено очень хорошо. Это прям вот огромное спасибо службе гринкиперов. Ну, опять же, повторюсь, там и спасибо руководству клуба, потому что за 4 дня, которые организаторы провели здесь, я имею в виду страны ассоциации гольфа России, не было ни одного вопроса, который нельзя было решить. И, конечно же, скоро мы услышим имена победителей, мы их уже знаем, и от всей души мы поздравляем самых сильнейших гольфистов страны. Меня зовут Ксения Еремина. Я профессиональный гольфист. Вот выиграл Кубок России. Меня зовут Никита Нефедов, победитель Кубка 2016 года. Это наше будущее. Вот с надеждой на них я надеюсь, что покажем в мире, что мы страна гольфа. Тоже как та же Америка, там Англия и так далее.